Когда родился Дед Мороз и сколько ему сейчас лет? А главное, как ему удается так хорошо выглядеть и всегда знать, чего хотят получить в подарок и взрослые, и дети? Скорее всего, у каждого из нас рано или поздно возникали эти вопросы. У телеканала «Тверской проспект» у наших зрителей есть уникальная возможность задать главному волшебнику эти вопросы и получить на них ответы. Мы продолжаем нашу новогоднюю рубрику. Если начинать отсчет от славянских мифов о духе холода, то Деду Морозу около 2000 лет. Вы только представьте себе. Несмотря на свой почтенный возраст, дедушка всегда остается в тренде и знает все о последних модных тенденциях. Он даже готов провести мастер-класс по подбору новогоднего наряда, что, собственно, и сделал. Нынешний год предстоящий будет годом крысы. Да, не просто знаю. Крысы, а стальной, металлической крысы. Обязательно Новый год нужно встречать в наряде такого цвета, чтобы привлечь мышку, чтобы привлечь все добро. Выбрать образ по душе и со вкусом поможет наш партнер. Подарочный сертификат на 3000 рублей. Ждем вас в абсолюте. Спасибо большое. Мы всех поздравляем с Новым годом. Счастья, здоровья и любви. В преддверии Нового года в магазинах «Абсолют» лучшие цены. Волшебные скидки до 50%. Нашли дешевле, вам снизят цену. Сейчас самое время, чтобы выглядеть на все 100. Встречайте Новый год во всем новом. В магазинах «Абсолют» вы найдете подходящие наряды. Но наряжаться в новогоднюю ночь надо не только самим, но и свой дом. В этом году меня елку украшала дочка. Все с начала до конца. Осталось украсить только квартиру. Времени немного, поэтому Дед Мороз дарит подарок от нашего партнера, где можно найти все необходимое не только для декора своего жилья, но и подарки близким. Флора Тверь. Там чего только не продается. Настоящая новогодняя лавка. У меня такое в Великом Устюге тоже есть. Даже у меня не столько подарков для наших детишек, сколько Флора Тверь. Оптово-розничный центр «Флора» ждет вас 7 дней в неделю, без обеда и выходных. И всегда рад вас видеть. Для вас хорошее настроение, теплая атмосфера и улыбки. Отвлеклись от главного. Так сколько же лет зимнему волшебнику? Наш новогодний Дед Мороз с внучкой Снегурочкой появился в 1935 году. Если считать, что тогда ему было около 70, то сейчас 150 лет. И большую часть своей жизни Дед Мороз покупает исключительно тверскую продукцию. Собственно, поэтому так хорошо и выглядит. Советы тверичан – только качественный товар. И желательно, где много кальция. Это наше известное предприятие за Укалийск, у которых только натуральное молоко, сметана и все прочее. Поэтому пейте, дети, молоко, будете здоровы. Молоко я люблю очень попить с медом, творог, сметану. Качественные натуральные продукты свежего молока. Заукалининская, к здоровью, со вкусом. Заукалининская – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тверской области по производству высококачественного молока и натуральной молочной продукции. Здесь рождается одна из самых любимых и экологически чистых продукций нашего региона. Молоко, прекрасный творог, кефир, сметана, сливки и йогурты. Ирина приехала в Тверь с севера из Норильска. Впервые в этом году проведет праздники в Твери, где нет снега. У девочки шок. Чтобы создать новогоднее настроение, северячки Дедушка Мороз и Снегурочка подарили специальный подарок. От нашей медиагруппы получить такой замечательный подарок. Там всякие вкусности интересные, открытки, календари, чтобы ты всегда помнила о нас. И чтобы всем рассказывал в Норильске, что хотя в Твери нет снега, то зато дают просто так подарки средь бела дня. Я хочу всем от жителей Северянки пожелать хорошей погоды, побольше снега, чтобы вы покатались на санках, покатались на плюшках. Счастья, здоровья, море шоколада, море позитива. Не расстраивайтесь ни о чем, думайте только о будущем и счастье. Также добрые волшебники вручили тверичанам сувениры от телеканала «Тверской проспект Регион» и интернет-газеты «Панорама Про». Всем самого хорошего настроения, веселья и много-много снега. Зима еще не заканчивается. С Новым годом! С новым счастьем! Мешок Дедушки Мороза Тверского проспекта опустел. Хорошо порадовал он тверичан в этом году, поэтому до встречи в следующем!